том, что буквально через несколько дней наступит Новый год, напоминают численники, наряженные елки, праздничное убранство города, но никак не погода. Все-таки в нашем сознании непременным атрибутом праздника является пушистый белый снег, катание на санках и коньках, игра в снежки. Но в этом году коробки установленных по городу катков огораживают мокрый грязный асфальт, а юмористы придумали новый вид развлечений. Что сейчас происходит в природе, пользователи сети интернет уже назвали декабрьским апрелем. В этом году погода побила температурный рекорд за последние 70 лет. Синоптики объясняют аномалию частой смены воздушных масс. Атмосферные вихри затягивают то теплый средиземноморский воздух, то холод из Арктики. Кстати, к новогодней ночи никаких существенных изменений в погоде не произойдет. В предстоящие дни, а следовательно и в новогоднюю ночь, в Рязани и области сохранится очень теплая, временами с небольшими осадками, погода. В отдельных районах метеоусловия будут способствовать образованию туманов. Температура воздуха в ближайшую неделю, так как и в эти дни, будет очень высокой, аномально высокой, и близка к рекордным значениям. Будет колебаться и ночью, и днем около нуля, от минус 3 до плюс 3 градусов, что выше климатической нормы на 8-10 градусов. В новогоднюю ночь и 1 января температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2. Значительных осадков в виде снега не предвидится. Так что наш Новый год будет больше похож на европейский. Мы решили выяснить, повлиял ли данный факт на настроение рязанцев и на их планы празднования Нового года. Оказалось, что они молодцы, и погода их праздничному настроению не помеха. Конечно, хотелось бы, чтобы был снежочек в Новый год, но не повлияло. Но зачем внимание на погоду обращать? Потому что мы с этим ничего сделать не можем, а с настроением можем, не знаю, встречаться с друзьями, покупать подарки, наряжать елку. Я думаю, что мы сами властелины своего настроения, и погода никак не должна на это влиять. Все от нас самих зависит, потому что как человек себя внутри настроит, так и будет. Потому что настроение мы создаем сами себе. Дети вот идут к Деду Морозу попросить, чтобы он нам снег принес на Новый год. Без снега тошно, конечно. Пожалуй, помочь нам действительно может только Дед Мороз. Так что будем надеяться, в длинные новогодние выходные нам доведется покататься на лыжах, коньках, а также поиграть в снежки не грязью, а хрустящим белым снегом. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».